Жены российских мобилизованных и контрактников восстали против командира Алексея Ксенофонтова с позывным «Тигр». Его обвиняют в том, что в состоянии алкогольного опьянения он отправляет солдат на смерть. Одно из подобных заявлений записала Алина Болвинова. Ее муж был убит в одном из штурмов. Россиянка сообщила, что ей известно о множестве подобных случаев. По приказу этого ублюдка, я думаю, не надо пояснять, о ком сейчас идет речь. К 30 из них наручниками были пристегнуты 3 простых контрактника. К нашим 3 простым контрактникам дали бронежилеты и автоматы. Но, внимание, без патрон. А зэкам, здесь так написано, не дали ничего вообще и отправили, как они выражаются, на пушечное мясо. Вот таким способом они их перемололи за 2-3 дня. Пока жены и родственники солдат пишут обращение к министру обороны и Путину, Алексей Ксенофонтов стал героем России. Он ужасный человек. Он понес огромные потери. Если другая войсковая часть пытается спасти свой личный состав, то скажите, где остальные люди, которые находились в 25-й бригаде? Почему 1000 ищут родных? Почему такое количество без вести пропавших? Почему даже эвакуационная группа не смогла вынести моего мужа? Как отмечает журналист Майкл Наки, похожих историй невероятно много. Или вот еще несколько историй уже текстом про Терехова Евгения Павловича. Со слов сослуживца, он погиб в первом же боевом задании. Из 200 человек, которых отправили туда в живых, осталось 7. Все остальные погибли в первый же день боевого задания. Они были в Синьковке в лесополосе. До 5 мая в воинской части скрывали потери и нагло врали. Позже я написал еще одному сослуживцу, он сказал то же самое, что положили почти всех. Отправляли по 7 человек. Их убивают, отправляют следующие 7. Так, пока все не кончатся. Отбеливать имя командира, на которого ополчились родственники солдат, взялся пропагандист Соловьев. А всех недовольных его действиями называют лжецами, распространяющими выбросы украинского ИПСО. Пишу Ксенофонту. Я говорю, расскажи мне, реально, что это такое, Алексей Владимирович? Скажи мне, что это за тема? Алексей Владимирович пишет. Владимир Анатольевич, здравия желаю, есть такое. Скинули вчера, посмотрел. Что тут скажешь? Классная работа ЦИПСО. Тем временем жены погибших солдат не осуждают войну. Мой супруг был настоящим патриотом нашей великой Родины. Он пошел по контракту на СВО не только защищать нашу Родину, но и отстаивать позицию нашего государства и его интересы. Но, к великому сожалению, он попал под командование такого недостойного командира, как Алексей Ксенофонтов, он же «Тигр». Последний раз мой супруг вышел со мной на связь 14 февраля этого года и прямым текстом со мной попрощался. Родственники военных неоднократно обращались в Минобороны и прокуратуру РФ с требованиями провести проверку действий Ксенофонтова, но безрезультатно. Вообще, эта история не только и не столько про отдельно взятого пьяного командира. Таких командиров пруд пруди, в чем вы могли убедиться. Просто Россия так воюет. Уже 200 тысяч погибших, 400 тысяч раненых, и каждый день число увеличивается. Если вы не хотите пополнять российские кладбища, не хотите выяснять, где именно труп вашего мужа и какой командир направил его на верную смерть, держитесь подальше от армии России.